27 июня 1943 года. 736 день войны. На Северном флоте боевой счет открыла подводная лодка «Ярославский комсомолец». Экипаж лодки потопил транспорт противника. На встречу субмарине шел немецкий конвой под охранением противолодочных кораблей. Командир «Ярославского комсомольца» установил, что в одном из транспортов большой груз. Его и решили торпедировать. Залп был удачным. На корпус субмарины нанесли пятиконечную звезду и единицу. Знак того, что лодка уничтожила одно вражеское судно. Войска продолжают плановые работы по подготовке отражения возможного наступления противника. На Центральном фронте, в полосе 13-й армии, где предполагается нанесение противником главного удара с севера в основание Курской дуги, доведена максимальная плотность артиллерийского огня. На Воронежском фронте артиллерийские возможности гораздо более скупы. Однако этот недостаток восполняется усиленным глубоким минированием оборонительных полос. Отрыты также сотни километров противотанковых рвов и эскарпов. В колхозах Саратовской области начали сдавать государству первые овощи и ягоды. Колхоз «Новый путь» сдал более 3 тонн лука и 4 центнера земляники. В теплице хозяйства имени Штейнгарта созрели первые огурцы. 15 килограммов свежего урожая работники этой артели отправили раненым бойцам в подшефный госпиталь.